Приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу вам показать, как можно скачать видео с WhatsApp на ваш телефон. Итак, перейдем сразу от слов к делу. Для того, чтобы скачать видео с WhatsApp на ваш телефон, нужно зайти в сам WhatsApp. Перейти в настройки. Для этого нужно нажать три точки в правом верхнем углу. Далее выбираем настройки. Здесь выбираем пункт «Данные и хранилище». И теперь вам нужно определиться, как вы хотите, чтобы видео сохранялись. Они будут сохраняться у вас автоматически. Остается выбрать только источник. Вы можете выбрать, чтобы видео сохранялись при подключении телефона к мобильному интернету. То есть нажимаем «Мобильная сеть». У меня здесь стоят только фото. Можно выбрать аудио, видео и документы. И тогда, когда к вам WhatsApp будут присылать любой из этих типов файлов, они будут у вас автоматически сохраняться на телефоне. Лично я рекомендую мобильную сеть не перегружать, а ставить только галочку на фото, чтобы не расходовать лишний трафик. А вот Wi-Fi рекомендую отметить все документы, так как, скорее всего, у вас дома трафик на Wi-Fi бесплатный, и вы можете скачивать сколько угодно. Ставим здесь все галочки, в том числе и видео. Нажимаем ОК. Нажимаем назад. И все, теперь вашему WhatsApp потребуется некоторое время, чтобы сохранить все видео, которые были вам отправлены в последнее время. Спасибо за внимание, надеюсь, теперь вы знаете, как скачать видео в WhatsApp на телефон. Рад был вам помочь.